Закончился первый раунд. Красным углом отдыхает Рустамбек Кызы Айнази, кандидат мастера спорта из города Бишкек. 2002 года рождения, боксом занимается 2 года. Чемпионка Кыргызской республики 2021 года. Тренируется под руководством Сатыбалды Джаналиева. Данным соревнованием готовил Марабек Давлетхулов. Сатирис, давай!
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта из города Бишкек Шахриза Халилова. 1992 года рождения, боксом занимается 5 лет. Победительница чемпионата Кыргызской республики, участница чемпионата мира, бронзовый призер международного турнира «Эль-Арда» в городе Астана, Республики Казахстан, 2022 года. Тренируется Шахриза под руководством заслуженных тренеров Кыргызской республики Акайката Абаева, Тулюганова Данияра и тренера Абдрахимова. К выходу на ринг готовится третья пара. Сатыбалдыева Аделина, Бахтыгул Курмабекова. Бой окончен. Бои со счетом 4-1 победу одержала